Станислав выступал, где лично президент Путин присутствовал на одном из боев, где он просто вот так с ноги ушатал чемпиона мира по боям без правил, да? Ну, белорус, да. Один из самых ярких моих боев, так как я одержал там победу нокаутом. Я вообще не готовился, это была Россия против всего мира, и награждение вел сам президент Владимир Владимирович Путин. Как бы мой бой призван был одним из зрелищных боев вечера. И он в конце показал просто еще и класс. Да. Еще раз. Он смотрит, если он будет прямо стоять, то он запустится. Вы обязательно должны туда спуститься. Видишь, он тяжело будет. И отсюда вот подали стазов и вырывайтесь. Вырывайтесь и к нему, и стазов уйдет. А здесь уже колено, бах, дальше. Вот сюда я буду. Вот сюда подсаживайся, вот, подсаживайся под них. И здесь у них тебя. Он, естественно, будет защищаться, а ручки сюда. И отсюда он встает, и он уже второй. Вот. Ну да, будет, вот. Отсел, и здесь встал, вот, под боем. Такая первая. Можно, например, на равновесие вам там, если он там пирамид. Он там кидает лучше, если ты не открываешься руками, то он кидает руку вот сюда, вот, раз, равновесие выиграл, и он уже, короче, шатается. В этот момент поворот, бах! То есть такие движения. Можно даже не бить, потому что не бить сейчас плохо. Вот он пытается идти руками, вот, и схватил там, например, за руку. К нему прислонился, вот, он здесь. Вот. И все, прижался. Отсюда в эту ручку подхватил. Оп, вышел. Ползет. И вот тут уже прижимается сюда. Раз. И все, уже человек спадает. Вот. Он руку кидает. Здесь отрывает. Вот. Раз. Здесь срываетесь. Вот ключ. Вот здесь ключ. Вот. Вот эту ручку поднимаете. И здесь за спину. То есть ему тяжело будет что-то вам сделать, когда он будет за спиной. В этот момент это вот так, вот. Вот сюда, опять в голову, другая идет на месте, и вот здесь он тоже будет. Смотрите на старше, смотрите на таких, как Стас, смотрите на таких, как я. И как бы вашими кумирами, вашими настоятелями и вашими там, я не знаю, идолами, как хотите, можете это воспринимать, должны быть люди, которые мотивируют, а не такие люди, которые вас тянут в это дерьмо. И все, кто здесь сидит, 100% вы не по своей воле здесь сидите, вас кто-то когда-то подуськал, сказал, давай попробуем, приколимся, там, это вот фирменное слово. Посмотри, это сейчас модно. Я просто это все пережил, я видел, как у меня мои друзья там во дворе уходили, 20-летние просто, от солей, от спайсов, от аптечных препаратов. Просто их не спасали от передозировки или просто они прыгали с 15 этажа, ну, у них вселялись в них бесы, их уже не спасти. И в тот момент я же не могу постоянно быть рядом. Много у меня с района, кто их сейчас уже вообще нету. Кто-то сторчался, кто-то уже живет, но у него сифилис, у него СПИД, у него цирроз печени, у него, короче, слепота, и все это от наркоты.